нашій програмі ви дізнаєтесь про таке. Чому виникають та як боротися з хворобами суглобів? Вчимося правильно обирати кухонну машину. Дізнаємося, чим корисний інжир. Сьогодні ми поговоримо про артрози і артрити. Що це таке, чим воно відрізняється друг від друга, як проявляється, в якому віці і що з цим робити. Начнемо з артроза. Артроз – це остеохондропатія, яка розвиває розрушення хряща. Вона чаще всього проявляється у людей старшого возрастної групи. Тобто за 50, за 45, в зависимості від сфери діяльності, від степені нагрузки. На начальних стадіях остеоартроза проявляється тим, що можуть бути незначительні болевые відчуття в області колена, тазобедренного сустава, плечевого, либо суставов кисти и стопы. Остеоартроз – это стирание хряща, когда на протяжении постоянных физнагрузок этот хрящ стирается, изнашивается. У молодых людей он может быть вызван вследствие какой-то травмы, повреждения, либо оперативного лечения, проникновения в сам сустав. Артрит – это является воспаление сустава. И он проявляется как постоянная боль, скованность в суставах. Пациент, когда он проснулся, тяжело расходиться, вызывается боль, ноющая, похожая на зубную боль. Может быть горячий сустав, могут быть отечные. Такое ощущение, как то что-то там мешает, как будто когда рука одета в перчатку маленькую, и мы не можем ее согнуть, разогнуть. Такое же самое ощущение испытывает в пораженном суставе пациент. Остеоартроз, его можно поддерживать. Нет таких препаратов, которые в мире еще не придумали, которые лечат остеоартроз. Но развиваются различные методики, которые связаны с улучшением хрящевой структуры, частичного восстановления, что приводит к замедлению разрушения сустава. Такие методики, как инъекции гиалуроновой кислоты, инъекции автоплазмы. Берется ваша кровь, центрифугируется и отделяется плазма, обогащенная тромбоцитами. И вводим поврежденный сустав. Тем самым создается легкая пленочка такая над зоной разрушения разрушенного хряща и улучшается скольжение суставных поверхностей. Если это остеоартрит, то основной вид лечения заключается в том, что противовоспалительные препараты вводятся в сустав, либо это идет внутримышечная терапия, внутривенное введение этих препаратов, это покой. Ни в коем случае нельзя греть, потому что на ИД все, что заканчивается, это нельзя греть, это воспаление. Чем мы греем больше, тем мы больше способствуем улучшению клеток, которые вызывают это обострение. Если мы будем говорить по поводу остеоартроза, этим людям будет легче, когда они обматывают, они стабилизируют эту зону, он меньше трет сустав, как бы он создается чувство защищенности. Поэтому ношение наколенника, бандажа, либо просто эластичный бит, и поэтому он кажется легче, поскольку есть поддержка для этого сустава. Если это артрит, своего рода тоже мы и ограничиваем движение в этой зоне, он меньше двигается, меньше воспаляется. Чаще всего уже поздней стадии остеоартроза заканчивается заменой этого сустава. После замены сустава пациент ходит уже в этот день. На третий, на пятый сутки он выписывается домой. Через месяц убираются костыли и полноценная нагрузка, полноценная жизнь. Если это воспаление сустава, артрит, он может быть и у детей. Ребенок очень часто болеет лор-патологиями. И лор-патология, как бы, она до конца не долечивается, и вот эта инфекция, она гуляет в крови по всему организму, и периодически выскакивает в самых слабых местах нашего организма, либо в каком-то суставчике, либо, ну, опять же, связочка, и постоянно хроническая тендопатия, воспаление связки, либо артрит, воспаление сустава. И поэтому при правильной диагностике, выполнение сдачи анализов, это антистрептолизин О, такой анализ есть. Это факторы воспаления, опять же, это все кровь показывает. Дают понять, какой характер воспаления сустава и как его правильно лечить. Может быть, действительно, что эту проблему не ортопед должен заниматься, а отправить к лор-врачу. Когда суставчик здоровый, он спокойный, да, то есть он не увеличенный в размеры, суставные поверхности однородные, то есть они называются конгруентные, они соответствуют друг другу, они скользят правильно. Если суставчик начинает прогрессировать, ну, то же самое, вот воспаление, да, оно не поражает сам сустав, оно поражает капсулу сустава, все вокруг, мягкие ткани сустава. Тогда выполняется как бы один вид операции, либо это вообще идет медикаментозное лечение. На более поздних стадиях при артрите воспаляются больше мягких тканей сустава,
и включаются уже костные структуры. Бывают такие следствия каких-то венерических заболеваний, да, артрит, бывают подагрические артриты, ревматоидные. И костные структуры включаются, и там выход один, только уже замена сустава на поздних стадиях. Ну и на последнем улеже мы видим, когда включен, как я уже объяснил, весь сустав, и костные, и мягкотканные структуры, и все. Сегодня с вами поговорим про кухонные машины. Это отличный подарок на данный момент, особенно при предстоящим праздникам. Они различаются, в основном это будет по мощности, по производительности, то есть и по наличию комплектации. То есть на витринах магазина вы можете увидеть стандартные замесы для теста, то есть там будет венчик, крюк, которые помогут вам даже на масленицу. Дальше будут дополнительные насадки, которые упростят жизнь, то есть уберут у вас с полок некоторые вещи, такие как мясорубку, соковыжималку, шинковку, даже нарезку кубиками они смогут делать. То есть немаловажно это еще материалы корпуса, из чего оно будет сделано. В приоритете, понятное дело, будет металл. Если вы видите, что кухонная она стоит и какая-то клюпенькая, пластиковая, я бы, наверное, переместился на шаг вперед, посмотрел бы на металл. Потому что такая вещь покупается не на год. И посмотрите сегодня, что стоит у вас дома. И вещи, которые вас сразу смущают, что они собраны не так, как вы хотите. Лучше обратить внимание металлически, начиная от венчиков, замесов, мясорубок. Потому что мощности вроде там достаточно, чтобы этот пластик просто вывернуть. Немаловажно это также объем чаши, который может начинать от 2 литров, заканчивая почти 7 литрами. Там 6,7. На чашу тоже надо понимать, что вы можете использовать также горячее наливать туда, то есть это будет, может, даже крема, соусы какие-то. И материал пластик, да, он термостойкий, но металл будет в приоритете. Из новинок это будут как раз нарезка кубиками, то, что в любой салат буквально за 2 минуты подготовили, все сделали, идеально поможет вам на кухне. То есть замечательная вещь, упростить вашу жизнь на кухне полностью. Сметаете с полок любые был своих на кухне блендеры, миксеры, все убираете, ставите одну вещь, которая идеально пишется и в интерьер, потому что это премиальный сегмент все же. Там дизайн тоже имеет немаловажен. Ценники будут начинаться в районе 3000. Это старт, это самые простенькие варианты. Кончаться будут в районе 30. Но если взять, допустим, модель за 30, там будет уже 1,7 кВт, 6,7 литра. То есть объем бешеный, все металлическое, сам венчик, он тяжеленький, собран просто полностью из нержавейки. Все полностью комплектация металл, сам корпус металл, и там блендеры, стекло. То есть это взять раз, мы просто пересчитывали, берем мясорубку, нормальный блендер, погруженный блендер, стационарный замес. Суммируешь и выходит никак не 30 тысяч, там выходит и под 50, если взять именно классную технику. Это у нас будет премиальный сегмент. На данный момент это будет металлический корпус. Вы видите огромную чашу из нержавейки, 6,7 литра, как я и говорил. Здесь будет два посадочных места. Здесь у нас мясорубка, можно соковыжималка, получается раскатка для теста. Также резко кубиками будет как раз вот здесь. Если и по эту сторону у нас здесь будет блендер, шинковки, нарезки. Это сверху. Здесь сзади идет кочек. Вот на это посадочное место, это у нас венчик, также там будет крюк, К-образный стандарты для замеса. То есть если взять руку, тут все полностью сделано так, чтобы прослужить долгие годы. Сама муфта, вот здесь посадочное место тоже металлическое, то есть полностью. Все сделано как автомат Калашникова, надежно намекает. Сама чаша полностью нержавейка, не боится ни холодного, ни горячего. Также на чаше указывается литраж, то есть промазать тоже не получится. Защитная крышечка будет в комплекте, которая поможет не забрызгать ни себя, ни всю кухню. Также все эти насадки можно включать, 3 насадки одновременно. То есть вы можете ускорить процесс готовки на порядок. То есть у вас спокойно здесь делается мясо, тут замешивается тесто, сверху вы шинкуете себе, там, не знаю, измельчаете какие-нибудь там перец, соль, там, то есть кофемолочка какой-нибудь. Вот как раз под это посадочное место идет насадка под нарезку кубиками. То есть сюда вы помещаете просто готовую там морковку, колбасу. И вот отсюда у вас выходят идеально одинаковые кубики. И каждый раз просто включаем тумблер, начинает работать.
и все. После этого просто легко снимается, моется. Это моется в посудомойке. В любой момент. Вот эта часть сделана. Металл вот здесь один элемент. Там нержавейка с лазерной заточкой. То есть ножи служат очень долго. Сушеный инжир – ценный продукт, источник полезных веществ для организма. Плоды фигового дерева сладкие и сочные. В местах произрастания их употребляют в пищу свежими, сразу с ветки, делают варенье. Чтобы сохранить ценные свойства, фиги высушивают, и в таком виде они попадают к нам на стол. Как выбрать сушеный инжир правильно, чтобы в полной мере насладиться его целебными свойствами? В плодах смоковицы содержится большое количество витаминов группы В, а также С, А. Благодаря этому сушеный инжир полезен для нервной системы, улучшает умственную деятельность и работоспособность. Повышает настроение. Так же, как и полезная курага, инжир богат калием, железом и магнием. То, что хорошо для работы сердца. Фиги помогают при борьбе с анемией, повышают уровень гемоглобина, способствуют понижению артериального давления. Калий, содержащийся в инжире, выводит лишнюю влагу из организма. Благодаря высокому содержанию клетчатки, сушеный инжир хорошо выводит шлаки и токсины из организма, налаживает работу кишечника. Инжир лучше всего употреблять в пищу отдельно от остальных продуктов. Он обладает ярко выраженным сладким вкусом. Обычно им заменяют конфеты. Неплохо разнообразить свой рацион, перемешивая нарезанный инжир с натуральными кисломолочными продуктами – творогом, кефиром. Вместо привычных изюма и кураги можно использовать сушеный инжир при выпечке кексов, пирожен, печенье. Если хочется побаловать себя новым пикантным вкусом, можно приготовить блюдо из курицы с инжиром. Также плоды смоковницы хорошо сочетаются с сыром и медом. Как выбрать и хранить инжир? Цвет должен быть светло-коричневым или бежевым, матовым. Допускается белый налет на поверхности, это говорит о большом содержании в плодах глюкозы, которая выступила наружу. Недопустимо наличие пятен на поверхности и мятых плодов. Плоды должны быть примерно одинаковыми по размеру, немного приплюснуты. Попробуйте инжир на ощупь, он должен быть немного мягким, не слишком твердым и пересушенным. Если есть возможность, оцените вкус у качественного сушеного инжира, он сладкий. Кислый привкус свидетельствует о нарушении условия хранения или использовании несвежего сырья при производстве. Если все пункты соответствуют действительности, то это качественный инжир. Теперь важно поговорить о том, как хранить сушеный инжир в домашних условиях. Чем меньше температура и влажность помещения, тем благоприятнее условия хранения сушеного инжира. Иначе он быстро отсыреет и в нем заведутся вредители. Хранить сушеный инжир нужно в прохладном сухом месте, в емкости с плотно прилегающей крышкой. Можно положить плоды в тканевый мешочек и убрать в стеклянную банку. Следует избегать попадания прямых солнечных лучей и влаги на продукт.